Шоковая реакция. Так назвала ситуацию в туристическом секторе пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Ирина Тюрина заявила, в субботу спрос на путевки в разные страны снизился примерно в два раза по сравнению с обычными дневными показателями. Сегодня падение спроса продолжилось. Почти остановились продажи. Вообще туров в принципе. Значит, первая реакция – это слово «Когалымавия». Повод для отказа либо не бронирования. Второе – это слово «Египет». И третье – авиаперелет в принципе. Сколько это продлится, сказать сложно. Обычно недели две после происшествий с человеческими жертвами какое-то вот такое психологическое торможение спроса продолжается недели две. Но здесь, опять же, в силу того, что версии пока непонятно и какая победит непонятно, то вполне возможно, что это продлится дольше. Ирина Тюрина сообщила, граждане отказываются от уже купленных путевок. Но таких случаев мало. Ситуацию на рынке сегодня также прокомментировал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, некоторые компании, которые работали с Когалымавия, приняли решение отправить своих клиентов в Египет рейсами других перевозчиков.